Всем привет! Вот мы опять на Каме сидим, на сазана сели, течения нету, леща ловить не удастся. Вот решили посидеть на сазанчика. Мы не сазанятники, конечно, мы только сазана в прилов ловим попутно, а сейчас решили посидеть, может, нам повезет. Закинули две донки, одну фидерную оснастку, другую на волос, тоже с кормушкой, и здесь кормушка. Будем сидеть ждать, погода отличная, последние дни августа. Я хотел поблагодарить всех, кто смотрит меня, подписывается, лайки ставит, особенно своих подписчиков. Все, будем сидеть ждать. Может, повезет. Чихонь. Чихонька. И это... Ой. За пузо взяла. Забагрилась. Забагрила. А так не бери этот, не подсекается. О, хорошенькая. Ага. Ты чухоньки. Вот мы ее и пожарим. Ну, лови еще. Сейчас еще. На бак-беляш. Бак-беляш? Да. Никто не поверит. Вот чихонь подошла. Я вот смастерячил такую, вот снизу грузил и привязал. Небольшое. Три поводка с крючками. Леска просто была, нет у меня никакой снасти. Вот отмерил глубину 8 метров. Опускаю. Здесь у меня вот леска. Опустил на дно и подыгрываю немножко. Сейчас только одну чихонь поймал так. Сейчас, может, на камеру получится поймать. Интересная игра. О, гуляет как. Вот это чихонька. Красавица, сабелька. Хорошая, красивая. Напутал только она мне. Ну, без этого. Оп. Назад. Шустрая. А, она здесь два крючка успела хапнуть. Ничего себе. Один заглотила. А другим забагрил? Нет, другим еще. Она два. Крючка, два крючка сразу хапнул. Ничего себе. Один отцепил, второй там. Выключай пока. Тихо. Мою зацепила. Ну, прижми к борту его. Все, ушел, все, да? Хорошо. Ну правильно. Ну я боюсь тебя. Вот выплыли, сазан не клевал, чихонь наловили, сейчас пожарим ее, покушаем, может, течение после обеда будет, будем ждать. Вот.